Every child deserves to feel happy, feel safe, feel loved, and have a home. But in each part of the world, in every country and in every town, there are children who are abused and neglected. I'm Princess Madeleine of Sweden, and my mother founded World Childhood Foundation 14 years ago with a dream to ensure that every child grows up in an environment away from harm and neglect. We are now launching the Thank You campaign to allow each of us the chance to say thank you to the people who made a difference in our own childhood. The people who believed in us, who made us feel loved and safe, the people who got us where we are today. Я хочу сказать спасибо своему мужу. Он ценил свою семью как драгоценное сокровище. Он подарил безграничную любовь и заботу нашим детям. И это стало настоящим оберегом для нашей семьи. И я иду, кстати, уверенно по жизни. Спасибо, с любовью. Я хочу сказать спасибо моей маме за то, что она выросла у меня целеустремленной, смелой и дала мне хорошее образование. Спасибо. Спасибо моей жене, матери моих детей, за то, что она осуществила мою первую мечту, самую важную в своей жизни. Спасибо. Спасибо моей дорогой мамочке за любовь, за понимание, за поддержку, за опору, за заботу. Мамочка, я тебя очень люблю. Спасибо тебе. Сказать огромное спасибо своей маме. Спасибо моим родителям за то, что я есть на этом свете. Спасибо родителям за подаренную жизнь. Я хочу сказать огромное спасибо своей маме за то, что она меня родила, за то, что она помогает мне воспитывать своих внуков, моих любимых деток, доченьку Танечку и сына Диму. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Я хочу сказать спасибо своему супругу за то, что он подарил мне самых замечательных, самых прекрасных на свете детей. Я хочу сказать спасибо моим спонсорам Наталье Ивановне Рябухиной, Надежде Васильевне Зориной и Ирине Артемьевой за то, что они всегда вместе со мной в самые тяжелые минуты. Я хочу сказать спасибо Орифлейм за то, что он есть. Спасибо маме, что дала мне жизнь, вырастила, выучила и поддерживает меня в любой ситуации. Спасибо. Хочу сказать спасибо, мама. Нет слов дороже на свете, чем мама. Той самой, что жизнь нам свою подарила. Лишь только она нас может понять. Лишь только она к нам относится умело. Я хочу сказать огромное спасибо моей маме за то, что она всегда была рядом, во всех моих жизненных начинаниях поддерживала, помогала, направляла. Как друг, как опора и как моим родителям за любовь, заботу, доброту, участие. Очень их люблю. Спасибо. Хочу сказать спасибо своей маме за то, что вырастила меня целеустремленным человеком, который верит в себя и свою мечту. Спасибо, мама. Хочу сказать спасибо моей семье за поддержку и понимание. Я говорю спасибо моим дорогим и любимым родителям. Я хочу сказать спасибо своей маме за ее любовь, за ее терпение, за то, что она пригласила меня в компанию Орифлейм, показала мир безграничных возможностей. Я тебя очень люблю. Спасибо. Спасибо! Покупая туалетную воду Tenderly Promise, ты становишься участником благотворительной акции. С каждой покупки мы делаем взнос во Всемирный детский фонд и приближаемся к нашей цели – собрать более 1 миллиона евро. Твоя поддержка очень важна.